think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. После вчерашних багов сегодня наименее веселая тема появляется при заходе. Еще вчера я заметил, в битву замков на некоторых серваках высвечивается при нажатии на иконку уже реклама. Ну, я не знаю, все ли так плохо у ЖЖ, но после вчерашнего, видимо, им надо реально очень много купить. Но самое интересное, это не на русском, слава богу, сервере, а на других. В общем, поехали, начнем с русского, посмотрим, что там есть, чего нету. Но самое интересное, что у меня эта реклама появилась даже на АЭС-сервере при входе, чего я не ожидал, на айфоне она при входе в приложение появилась. Ну, то есть это не Android уже, а это уже айфон, и там все посложнее, она каким-то образом там появилась. Так, поехали. Русский сервер, временные акции, день замка владельца. Войди в игру. Базар выходной, 1 плюс 1, цветущий, большая, подарки тут, сокровищница. Это русский все так и висит. Настолка. Короче, ничего не поменялось, по сути, все так же, как и было. Но вообще, сейчас подождем, надо немножко подождать, чтобы оно раздуплилось. Вот там хромакей, на улице такое солнце фигачит, просвечивает аж. О, раздуплилось. Вчера я попытку одну забрал. Слишком много игроков. Блять, ору. Ну, конечно, в такой халяве, ребят, надо участвовать. Кто бы там ни писал, вот, вас забанят. Ну, во-первых, как бы это проблема разработчиков, локализаторов. Банить они весь сервак не будут, потому что этим пользуются абсолютно все. Они понимают прекрасно, что просто люди на это забьют. Уже давным-давно многие забили. Это уже очередной момент, на который повлияет опять же на баланс, независимо от того, выбить там не выбить. Многие тоже забьют донатить, потому что бессмысленно после такого донатить в такую игру. Что мы получили самики. Ну, в общем, на русском ничего не поменялось, по сути. Вот, и за что банить? Вы не нарушили никакие правила, ничего. Вы просто играете, грубо говоря, в акцию, которая доступна. Не по вашей вине такое делается, и уже делается, причем сутки. Никто на это не реагирует, хотя они быстро в основном отключают, но, наверное, из-за того, что это выходные, они просто тупо этого, ну, не знаю, или не хотят, или не могут, ну, наверное, скорее всего, не хотят. А, тут уже не хватает шанса. А, мне же надо потратить, что я туплю. Вот, и получается реально... Непонятно, Леди Лео, ничего себе. Ниндзя, нифига себе. Непонятно, чья вина. Так, что тут карта богатства у нас появилась на русском сервере. А, тут и карта богатства у нас была. Короче, на русском нифига не поменяли. Вот, и... Они просто тупо... Нифига не делают. Чтобы что-то изменить. Попытки есть. Сейчас попробуем. Тоже точно так же висит, но вчера оно вообще не давало забирать.
То есть попытки такие остаются, но забрать невозможно. Хотя она вроде до 15-го 7,59. Сегодня 15-е уже, время прошло, акцию до сих пор не убрали. Видимо, вообще окончательно забили. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, такие вот, ребятушки, на русском сервере дела. Ну, я не знаю, надеюсь, многим вчера повезло. Я сразу постарался, как только увидел, записать вам, чтобы вы могли тоже попробовать свою удачу на некоторых аккаунтах. Оно, кстати, рандомно давало. На некоторых больше, на некоторых меньше. По-разному, не знаю, с чем это связано, но самое основное, что не по одному, а по несколько призов. Некоторые ребята больше забрали. У кого, короче, как лючило. Такс. Да. Я даже думал задонить, но потом думаю, куда донить, на русский сервер? Какой смысл? Не знаю, видите, оно не дает ни попытки забирать, не работает. Настолько только пришла и все. Не знаю. Оно не дает попытки просто сейчас забирать. Попытки есть, но я их забрать не могу. Так, окей, поехали дальше. Поехали на английский, посмотрим, что там на инглише у нас интересного есть. Кстати, вот вот оно, ребятушки. Новая встройка от IGG. Вот это вот фигня, реклама, ну я не знаю, это просто писец. Вот какого фига оно здесь появляется? Объясните мне, вот я захожу в приложение, я даже ничего не делаю, мне уже сразу же высвечивает предложение каких-то игровых этих, блядь. Ну что за фигня, вот реально. Походу у них все реально очень плохо. Так, это у нас новая акция. Шоппинг спри, настолка есть, хватайка есть. Ну вот посмотрите, вот пример нормального сервера. Без проблем, все, зашел, закрыл. За вход зашел, забрал. Хватайка зашел. Ничего себе. Новая хватайка. Прикольненько, по-другому совсем смотрится. Смотрите, как переделали. Тоже прикольненько. Вот так вот. Ну, плюшки, конечно. Ну, за 35 тысяч самоцветов, 200 этих. Ну, обновили интерфейс. Прикольненько. Что я могу сказать? Да, ничего такого больше нету. Так, пират. Пирата не меняли, походу. Стрелок. Карточка. Остров. Остров тот же. Белтпак. О, ничего себе, поменяли, посмотрите. Оставили плюхи мелкие, надо будет посмотреть, какие там добавили, получается, вторые такие. Интересно, сейчас посмотрим, можно в магазине посмотреть, второй изменили, какое тут тоже что-то меняли, увеличили количество плюх. Так, ну-ка смотрим. А вот этот вот второй. Надо будет подобивать. Добавили, все-таки поменяли. Есть новые изменения. Так, это хорошо. Это хорошо. Что у нас по рынку есть интересного? Ну, цена бессмысленная вообще.
Ой, видите, правда, все-таки. Все-таки, ребятушки, правда, акции не очень. Нет, точнее, очень. Но то, что они встроили рекламу, это, конечно, просто пиздец. Так, давайте на немку забежим, еще забежим. На, я взглянем, чекнем. Посмотрим, что там у Андрюхи, я так и не переходил. Я забил на свой аккаунт там. Хотя надо было качать плюх. Яксы реально дофига новых. Но я заметил это только вот эту встройку на английском сервере и на AES. Тоже заходил. Что-то не придал этому значения. Так, ну тут все такое, все донатное. Вот это акция, ребят. Так, я еще не собрал все. Надо еще 2 дня, походу. Ага, так, это все мы проходили. Ну, вход здесь не очень, честно скажу. Не дали здесь, как на других серваках, слизни. Помощь мы, по-моему, забирали, да. Ну, в общем, самый трэш пока на русском сервере со всего. Так, ну это, конечно, бредовая тема. 10 2500, ну цены такие себе, кусючие немножко. Так, дуэлянтика словили. Поехали, чекнем АЭС. Ну вот, смотрите, ребят, я нажал на АЭС. Скажите, это нормально? Та же самая фигня. Вот. Ну, просто снизу, я не знаю, что оно белым. Просто пипец. Встройка на АЭС сервере. Я не знаю, а что, что-то внизу экран половина вообще белый. Что-то не высвечивает до конца, не знаю, передача или что. А, блин, вот. Внизу просто был. Ну, что я могу сказать? Уже и до АЭСа добрались. С этой рекламой. И, скорее всего, это какая-то хрень, не знаю. Ну... В общем, печалька, ребятушки. Смотрим затонувшие сокровища, магазины. Войди в игру, колесо, хрустальная карта, паящий, дерево желаний на АЭСе добавили. Карты на архидемона, нифига себе. Вот это прикольненько. Ну, донатная карта, 10 монеток, ну, по стандарту. Только здесь, видите, вот фиолетовых наград. А, ну, все, в принципе, все так же. Ну, такое. Ну, карты вот на архидемона можно себе набить, попытки нашлепать и щелкать их. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Я не знаю, что тут уже сказать. Это просто трэш, это IGG. Нечего тут добавить. Всем удачи, всем пока.